Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов и описание их по книге «Великий музей мира». Анхелис Сантос Торуэлья. Мир. 1129 год, холст масла 290×310. Большая картина. Анхелис Сантос Торуэлья стала еще одной представительницей художественной Каталонии в испанском сюрреализме. Впрочем, большинство ее работ выполнено через призму объективного видения, однако с долей гротеска. Анхелис родилась в приморском Портобоу, области Жирона, на границе с Францией. Была старшей среди восьмерых детей. Ее брат Рафаэль Сантос Торуэлья стал известным поэтом, художником и критиком, одним из самых первых профессиональных ценителей творчества Сальвадора Дали. Учась в католической школе, девушка увлекалась рисованием, а затем брала частные уроки живописи у итальянца Челлино Перотти. Из-за профессии отца он был таможенный офицер. Семья жила в разных городах Испании, в том числе и в Валладолиде, Сан-Себастьяне и Барселоне. Поистине звездным часом юный Торуэлья стал 9-й осенний художественный салон в 1129 году в Валладолиде. К живописной фантазии ее мира с восторгом отнеслись испанские интеллектуалы Хорхе Гильен, Федерико Гарсия Лорка, Хуан Рамон Хименес, это будущий лауреат Нобелевской премии по литературе, впоследствии включил очерк о ней в свою книгу «Испанцы трех миров», Рамон Гомес де ла Серна. Чуть позже с Торуэлья познакомились Сальвадор Дали и Висенте Уидобро. Персональные экспозиции в Париже в 1931 году и участие в групповых выставках испанских художников укрепили за ней славу выдающегося мастера с необычным видением и пониманием мира. Мужем художницы в 1936 году стал каталонский живописец Эмили Грау Сала. В 1937 у них родился сын Хулиан Грау Сантос, который пошел по стопам родителей. Но 26 лет пара провела в разлуке. Анхелис меняла места жительства, работала в Мадриде, Барселоне, Париже и других городах. Периодами художница надолго оставляла живопись. К своему искусству она вернулась в 1960-е годы. В 1969-м в Барселоне состоялась ее персональная выставка. В 2000-е интерес к творчеству Торуэлья вспыхнул с новой силой. В 2005 году художница была награждена правительством Каталонии крестом Святого Георгия. Ну вот такое описание к работе «Мир» Анхелис Сантос Торуэлья, 1129 год, описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.